Юная димитровградка Амина Трифонова посадила в березовой роще свое дерево. Саженец прижился и уже набухли почки. Девочка знает, что березовая роща не просто зеленый уголок природы, а памятное место. Эти деревья березовой рощи сажали солдаты, которые уходили на фронт. Действительно, есть такая версия, что деревья здесь посадили меликесцы в далеком 41-м, а значит, березам почти 8 десятков лет. Неудивительно, что многие деревья уже погибли, и не только из-за возраста сказались негативные природные факторы – засуха и последствия ледяного дождя. Замене подлежит практически каждое второе дерево. Молодые березки здесь высаживают регулярно в рамках акции «Посади и вырасти свое дерево». Не стало исключением и эта весна. Березовые рощи высадили полсотни саженцев. Всего запланировано посадить 100 молодых березок. Дело хорошее, только почему-то березовая роща гуще не становится. И причина – элементарное отсутствие ухода. В первый год саженцам, особенно березам, необходим полив в начале лета, а он не предусмотрен. Необходимо срочно это доводить в муниципальном задании, соответствующим муниципальным предприятиям. Мы обязательно дадим рекомендацию со стороны Министерства природы и цикличной экономики руководству города, руководству Димитровградской городской думы, для того, чтобы этот вопрос был на особом контроле. Березовая роща – это память поколений, и в наших силах ее сохранить. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.